По поручению председателя собрания депутатов Каспийска Абдулвахида Джаватова, инспекционная комиссия в составе заместителей председателя собрания депутатов Тимура Насрулаева и Аза Алиева, председателя постоянной комиссии собрания депутатов по вопросам ЖКХ, благоустройства и экологии Анаса Гасаналиева и сотрудников администрации с рабочим выездом, посетил муниципальный рынок. Присутствующие и директор рынка Магомед Расул Багандов обсудили с руководством торговых объектов вопросы благоустройства въездной площадки к рынку и другим объектам предпринимательства, в том числе асфальтирование дорожного полотна, ливневой и канализационной системе, которая находится в неудовлетворительном состоянии, стихийную несанкционированную торговлю за пределами рынка, хранение скоро портящихся продуктов, установка мусорных баков и многое другое. Как отметили депутаты, работа по очистке ливневок и канализации уже начата. Следующим этапом станет замена люков и укладка асфальтобетонного покрытия. Также было озвучено, что в ближайшее время будет определено место для остановки мусорных баков. Комиссией был рассмотрен вопрос и расширения дороги по улице Орджоникидзе от автостанции в сторону отдела полиции, а также включение в региональную программу по благоустройству дорог и тротуаров. Уже в апреле планируется провести расширенное заседание по данному вопросу. Кроме того, представители администрации городского собрания депутатов прошли по торговым рядам, пообщались с покупателями и продавцами, поинтересовались ценами и ассортиментом. В преддверии священного праздника Идель-Аль-Фитр Ураза-Байрам заместитель председателя собрания депутатов Тимур Насрулаев посоветовал предпринимателям искусственно не завышать цены на товары.